Легкая полупрозрачная акварель способна передать намного больше, чем просто очертания. Работы российского художника Валентины Попкова, представленные на выставке «Весна. Свежий ветер», наполнены светом, эмоциями. У каждой картины своя атмосфера. За окном стоит весна, а у нас прекрасные работы, написанные самой такой, наверное, радостной краской акварели, которая сама является соавтором художника. И вы знаете, акварель работает так, что она иногда даже диктует сюжет. И владение акварелью всегда говорит о самом высочайшем уровне мастера. Валентин Алексеевич Попков – народный художник Мордовии. Его не стало в 2009 году. Но работы художника сейчас хранятся в галереях, музеях и частных коллекциях России и всего мира. На выставке «Весна. Свежий ветер» в областном художественном музее представлены акварели, выполненные в различных жанрах – портрет, пейзаж, натюрморт. Свободно работая акварелью, художник применяет различные техники, наносит влажной кистью цвет на влажный фон, прорисовывает углы и придает четкости с помощью техники «Алла Прима» и, конечно же, использует лассировку – многоразовое нанесение нескольких слоев краски на сухую поверхность. Акварели Валентины Попкова передают свет и воздух, атмосферное состояние природы. А образы простых людей полны искренности, эмоций. Акварель – это очень особый вид. Я вам хочу сказать, если он начинал писать акварелью, он отказывался на какое-то время от живописных работ, от мастера. И уходил вот этот мир, он раскладывался в мастерской, у него там были одни акварели, краски, к нему не подходили еще раз, ничего не трогают, он что-то он делал, процесс входил. Источниками вдохновения для художника были природа, простые деревенские люди, жизнь деревни в ее многообразных проявлениях. Валентин Алексеевич Попков любил работать не только с акварелью, но и другими видами красок. Постоянно развиваясь, он много экспериментировал, обращаясь к различным приемам и техникам. Он, кстати, был дружен с художниками, которые основали «Суровый стиль». Это Попков, однофамилец, это Татунов, Абросов, Андронов. И они вместе работали на академичке, они вместе дружили, писали. И влияние очень заметно друг на друга оказали. Посетить выставку «Весна. Свежий ветер» можно до 23 апреля. Александра Гусева, Николай Епифанов. События.